Добрый день. Может, я буду говорить на русском языке. Я сама из Беларуси, поэтому совершенство украинский язык не знаю. Я хочу, прежде чем перейти к своему краткому выступлению, хочу поблагодарить организаторов сегодняшней этой ярмарки, которая совмещена с конференцией. Это спилки пчелей Криворижья и главу спилки Кочергу Влада. 2 недели тому в Днепропетровске проходила тоже очень хорошая ярмарка. Много было приглашено пчеловодов, которые организовал днепровский пасечник. Я считаю, что вот такие мероприятия, это мое мнение, может, я как производитель, они здесь на ярмарке присутствуют и много производителей. Хотелось бы, чтобы в таких больших городах, как Днепропетровск, Кривой Рог и дальше, если уйти туда, в Запорожье, чтобы все-таки приглашали, слышали те, кто делает, производит инвентарь, ту же одежду для пчеловодов. Общение с вами дает производителю очень многое. Я хочу представиться, чтобы вы понимали, что я не дилетант в швейном производстве, я отношу себя к профессионалам. Хочу сказать, что я имею отличный знак от кабинета министра отличника службы быта Украины. В этом году мне исполнится 50 лет в этой отрасли, в швейной отрасли. И пройдя от ученицы портного до директора предприятия и на всех этих этапах, я была только швейником. И когда пришло время, что коснулся вопрос о производстве хорошей одежды для пчеловода, конечно, что было сначала изучено? Тот рынок одежды, который был и есть, существует на Украине. И по своей специфике я человек, который или делает хорошо, или не делает никак. И изучив, посмотрел тот ассортимент одежды, который и моя семья тоже пчеловоды, они мне, сын особенно, очень много подсказал, и что нужно для пчеловодов. Я сразу определила, я тоже в свое время помогала им. И когда одеваешь неудобную одежду, особенно неудобство составляет те ткани, из которых она изготовлена. Одежда для пчеловодов – это ваша комфортная работа. Чем она будет удобнее для вас, будете комфортно чувствовать, это будет ваша вышепроизводительность труда. Вы больше посмотрите пчелосемей, меньше будете нервничать и так далее. Поэтому нужно обращать, приобретая одежду для пчеловодов, для своей работы, не только, допустим, моего производства «Шалостом», но есть и другие производители. В первую очередь я советую обращать внимание на те ткани, из которых она изготавливана. Если дешевая одежда, вы же понимаете, себестоимость одежды формируется в первую очередь из ее себестоимости, да, из того, из какой ткани мы приобрели. Вот. Но вот вязаная ткань. По своей группе это вообще-то относилось к легкой одежде. Вязь больше, чем плотность 80-110, в принципе, никогда и не было. Но если это еще натуральная ткань, стопроцентная вязь, это все хорошо. Но на сегодняшний день очень много можно увидеть одежду, изготовлена как бы тоже из вязи. Говорят, да? Но это постельное белье, это ширина 220, очень экономное в крое, по себестоимости очень маленькое. И я понимаю, что торгуют в основном-то не производители, они где-то покупают эту одежду. Поэтому не нужно жалеть как бы денег, да, и посмотрите, какая она как бы на ощупь. Но вязевая одежда долго не носится. И зная очень хорошо стандарт одежды специальной, да, спецодежды, в стандарте по спецодежде говорится о том, что несущие нагрузку швы должны быть обязательно обработаны как минимум 2 строчками. Внутренняя строчка – это оверлок и челночная строчка, и сверху должны быть закреплено перестрочено. Все трущиеся детали – это низ курточки, рукава, и даже тот воротник, они относятся к местам, где вы работаете, они называются трущиеся элементы одежды. Они должны иметь закрытый срез. Открытый срез – это оверлок, по которому просрочена строчка, Значит, я посмотрела, многие производители одежды используют очень удобный такая машина, как оверлок четырехниточный. Он идет строчкой, сразу идет обметывание. Конечно, изготавливать на ней очень легко и просто. Просто за полчаса можно сшить курточку. Ну, ту курточку, которую изготавливают в моем производстве девочки, они ее две курточки, самое большое, без маски можно пошить за смену, потому что просто много строчек. Нам строчки это не нужно. Но снова эта машина в априори, когда ее изготовляли, она предназначена для использования трикотажных полотен. Этот шов, да, эластичный, но тем не менее он ненадежный, этот шов, не имея еще дополнительной челночной строчки. Эту одежду, ну, больше года-полтора из-за того, что она происходит часто ее стирка, глажка, уход, потому что, ну, одежду можно 2-3 раза одеть, да, и потом она все-таки воск, и прополис, и просто и грязь, и нужно как бы, чтобы она была комфортно, гигиенична, нужно как бы все-таки ухаживать и стирать. Вот, поэтому для сегодня текстильной одежды, текстильных тканей, как правило, к сожалению, в нашей Украине было очень много текстильных комбинатов, которые изготавливали хорошую одежду, но сегодня нет базы сырьевой в Украине. Хлопок, лен — это натуральные волокна, это натуральная пряжа, с которой изготавливается эта одежда. Все остальное, например, я работаю, как я выяснила, на складе «Текстиль-Контакта», это ткань, с которой вот сертифицирована, это саржа, ее изготавливают с Узбекистана, поставляют, понимаете? К сожалению, вот нашего производства практически его нету. Если есть, это небольшие предприятия, они работают. Конечно, дешевое сырье — это синтетика, это искусственное сырье, натуральное сырье всегда было, во все времена было дорогим, как бы скажем, ну, оно дорого стоило. А сегодня и налоги, и коммунальные платежи желают, конечно, быть меньше, потому что все лежит в вашей одежде. Но, тем не менее, я думаю, что все, кто приобретает, найдет, пусть не моего производителя, смотрите ткань, чтобы последний как бы штрих, который я могу сказать, как определить синтетические полотна от натуральных, и где-то нужно найти какую-то ниточку, ее просто поджечь. Если синтетика, она просто оплавится, натуральная, она просто осыпется. И жженая шерсть пахнет пером, а ХВ пахнет жженой бумагой. Вот, ну, что еще могу как бы вам сказать? Я очень рада общению с пчеловодами в том плане, что вы мне помогаете усовершенствовать то, что мы производим. Потому что если не вы, так кто скажет, что нужно вам? Да? Нужно удобно карманы под маркер. Было подсказка от Саши Пасечника, сделали мы карманы под маркера. Карман под клеточку, в которую можно положить и коробок спичек, а я знаю, что в одежде для пчеловодов карманов много не бывает, всегда что-то найдется, подсобная какая-то вещь, куда-то нужно будет положить. Поэтому все комментарии, и отрицательные, и положительные, пожалуйста, высказывайте. Будем работать, и мой вообще девиз по жизни, что совершенству нет предела. Поэтому все зависит от вас. Все то, что шьется, все, что можно сделать, мы с моей командой приложим все усилия, чтобы наша одежда была одна из лучших в Украине. Пока что. Будем стараться. Спасибо. Я хочу сказать еще один-два момента. Да? Мы работаем над ассортиментом одежды. Вот есть такие размеры мужчин, которые очень неудобно в брюках работать. Брюки при работе не держатся на том месте, где бы хотелось. У нас есть отличная разработка, конструкция полукомбинезона. У нас есть футболки, тоже ХБШ. Вот, поэтому как бы отработают, поработают, посмотрят, если прожаривают, какие есть нюансы изготовления ее, этой курточки. Потом следите за нашим сайтом, обращайтесь. Индивидуальные заказы принимаем с 6 часов утра до 12 ночи. Но прошу всех не тянуть долго, потому что когда начинается сезон, пчелы облетаются, наши пчеловоды вспоминают о том, что а вот этой одежды нет хорошей. А еще хочу сказать, что действительно хорошая одежда, вы сами сделали, знаете, что это действительно залог успеха, ну, в любой сфере, в другой отрасли. Спасибо вам за внимание. Обращайтесь.